что ж, дорогие друзья, этой программой мы завершаем очерк, посвященный охотам в Белгородской области. Исторически эти земли всегда были богаты дичью и притягивали к себе людей. И даже после Великой Отечественной войны, прошедшей огнем и железом по этим местам, поголовье зверей было успешно восстановлено и приумножено. А хорошо развивающееся сельское хозяйство явно идет на пользу и охотничьему делу. И я уверенно могу сказать, что с охотой и рыбалкой дела тут обстоят как нельзя лучше. А кроме всего прочего, тут есть и масса интересных мест и достопримечательностей, которые стоит посетить как в самом Белгороде, так и в его окрестностях. Итак, дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по Белгороду и его окрестностям. У меня за спиной знаменитый храмовый комплекс Белгорода. Он современный, но построен в традициях наших древних зодчих из дерева. Белгородцы очень гордятся им. Не так давно тут был пожар, и храм частично сгорел. Один из храмов частично сгорел. Все это было восстановлено на пожертвование белгородцев. В принципе, очень интересные строения такие. А прямо передо мной здесь находится часовенка, в которой постоянно идет, подается снизу вода, самотоком идет вода минеральная. И белгородцы приходят сюда, наливают всякую тару, всевозможные бутылки заполняют и берут ее с собой. Такая минеральная водичка. Ну, можно сказать, попробуйте. Сегодня нас ждет, как это принято говорить среди суеверных охотников, крайняя охота на копытных белгородчине. Кстати, охотиться мы будем недалеке от еще одного очень интересного места. Вот какой гигантский дуб, не дуб, а баобаб. Предание говорит, что дуб этот был высажен в честь воссоединения Украины и России князем Григорием Рамадановским и гетманом Богданом Хмельницким. Так что вот такая вот старинная, здесь такое старинное дерево растет. А поговаривают местные жители, что сюда, на эту ветку, сажают невест, чтобы они лучше плодоносили. Сейчас мы втроем попробуем обхватить этого гиганта. Раз, ну, получилось! Давай! Есть, да? Все. Есть. Коснусь. Три здоровых мужика смогли все-таки обхватить этот дуб. Да. Ну что же, поспешим на инструктаж по технике безопасности, который всегда предваряет коллективную охоту. 25 декабря проводится охота на копытных, на косулю и кабана. Мы находимся в урочище «Ямская дача» Петропавловского охотничьего хозяйства Белгородского района. Коллектив это в составе 15 человек. Охота у нас проводится загонная, коллективная. Вот, основным важным правилом на охоте является это строгое выполнение техники безопасности и знание правил техники безопасности. Мы проводим инструктаж каждую охоту, и как эта жизнь показала, это очень важно. Эти правила пишутся кровью. И от каждого участника охоты это особая ответственность. Облавная охота это сослагательная состоит из загона и номеров. Что касается номеров, номера расставляет старший команды, определяет линию расположения, ставит номера. Каждый номер должен знать, где находится его товарищ.
для себя определить, это сектор обстрела. Сектор обстрела равен 45 градусов. Ни в коем случае не производить выстрел по линии стрелков. Особое внимание надо обратить это владельцам нарезного оружия, что это место очень густонаселенное, вот, это пуля летит далеко, это особую осторожность производить это самое, это, при выстреле это, по зверю. Это, у нас сегодня находятся на охоте собаки. Это, если зверь находится в близости собак, нужно очень аккуратно стрелять. Дистанция выстрела это, в лесу для гладкоствольного оружия это 20-30 метров не дальше, из нарезного немножко это, подальше. Произвел выстрел, это, зверь упал, это, ни в коем случае не нужно бежать или под ранок, там нужно это, дождаться старшего, это, а потом принимать решение. Вот. Если лицензия это в единичном это экземпляре, нужно это, четко прокомментировать ситуацию, что кабан или косуля готова. В нашей местности производится выстрел из гладкоствольного оружия это пулями заводского изготовления. Ни в коем случае не разрешается стрельба это пулями круглыми. Пуля круглая это дает рикошет, вы как понимаете. В нашей местности волков не бывает. Значит, это лесу это отстрелять, это дело каждого, это важный этот момент, потому что лисы, вы знаете, это разносчик бешенства. Стрельба ведется по ясно видимой цели, на шум, шорох стрельба запрещается. Товарищи, нужно уважать труд загонщиков. Просьба ко всем отключить мобильные телефоны, курить, разговаривать на номере запрещено. Распивать спиртные напитки тоже, Саша, да. Все очень строго, предельно ясно и доходчиво. Само собой разумеется, что строгое соблюдение техники безопасности является гарантией успешной охоты. Значит, номера будут стоять по этой кварталке до самого поля и здесь. Здесь это 6 человек, можно 5 даже. Остальные... Саша, сейчас загон оттуда идет, да? А? Загон идет оттуда. С этой стороны, да. Бояр. Так что давайте по линии. Ага. Сергей Петрович ведет эту команду. 5 человек. Да. Ну, с Богом. На номера. Мне достался номер с очень хорошим обзором. Стоим тихо, лес такой необычный, красивый.
А загонщики тем временем уже вовсю взялись за свою работу. Так, стреляют. Значит, зверь уже поднят. Подранок. Нет, сбежала. Должен был попасть. Всегда интересно знать, как же развиваются события на соседних номерах. На Эдуарда выбежал лис. В принципе, вот по правилам закона. Вообще хищника, такой как лису, волк, можно, если в законе попадается, стрелять. Постараемся добыть хищника и не помешав основной охоте. Попал. Да, вон она упала. А Александру, стало быть, повезло добыть кабана. Стоим на тропе, кабане. Вон. Так, тихо, кто-то идет. Ну а к нам подошел егерь и снял с номера. Где-то там собаки держат кабана. Ну а мне надо поискать свою косулю. По моим ощущениям, она где-то рядом. Так оно и вышло. Ну вот, далеко не ушла, слава богу. Лежит, добрали. Подраночек наш, хорошенький, хорошенький. Самец, самец, да. Молодец. Ну вот, все, с полем. Не успели. Дрыгал, дрыгал. Все, перекус. Со стороны загончиков, когда работали собаки, бежала лиса. Ну, пришлось добыть. Зверюга много наносит ущерба, как местному населению, кур ворует, ну и переносчик инфекционных болезней многих. Даже вот здесь можно посмотреть, видимо, она болеет чесоткой. Оближешь хвост, ухо. Ну, таких мы отстреливаем, чтобы в хозяйстве их было как можно меньше. Утилизируем.
как положено. Сейчас егеря подойдут и заберут. Вот у нас Эдуард Витальевич еще. Эдуард Витальевич у нас еще в загоне. Еще одного вредителя положил. Все, еще одного, чтобы это поменьше жрало всяких зверушек полезных, хороших. В общем, охота состоялась. Я уже отвык думать, что здесь могут быть неудачные охоты на копытных. А вот у мужика не увидишь рога никак, да? По косуле метров 70. Кто жены делает? Сестрами. У нас в первом номере кто должен состоял? Брат. Он должен быть. Уважаемые охотники, сегодня у нас особенный день, праздник, можно сказать. Наконец мы дождались старинных друзей вот из Москвы. Это по традиции каждый год, это перед Новым годом приезжают к нам на охоту. Вот, и сегодня, так сказать, охота состоялась. Сегодня произведено было один загон на копытных, и, как видите, результат налицо. Отстреляно 4 кабана и косуля. Правил техники безопасности не зафиксировано. Но это факт один, отразить, что это один стрелок сделал выстрел, сделал подранка и бросил свое место и побежал. Но вовремя это было все пресечено. Это пока этот негативный момент. Сегодня прекрасная погода. Мы до обеда справились со своими обязанностями. Вот, теперь предстоит церемония поздравления ворошиловских стрелков. Сегодня кто стрелял, промахов не было. Оно и хорошо, и плохо. Если так будет каждый стрелять, зверя не будет. Просьба к охотникам иногда промахиваться. Поздравляем всех с полем. Это особенная благодарность загонщикам и нашим охотничьим собакам, которые прекрасно работали. Сегодня показали охотничье качество. Вот, подранка у нас нет. Постепенно наступает вечер. Все, что добыто, должно быть утилизовано. То есть мясо должно быть обработано. И охотники первым делом, вернувшись на базу, занимаются тем, что разделывают дичь добытую. Вот этот процесс такой. Ну а нас ждет традиционно и крайне вкусная косулячья печенка. Вообще, свежая печенка – традиционное охотничье блюдо. А насколько вкус свежезажаренной печенки только что добытого зверя отличается от магазинной, знают только охотники. И не мудрено. Ведь дикие копытные питаются свежими и естественными кормами. Много двигаются и вообще живут на воле. Итак, мы с вами приготовим сейчас охотничье блюдо свежинина из субпродуктов по-охотничьему. Для этого мы возьмем печень свежеубиенной дичи, нарежем ее на небольшие куски. Также мы используем сердце при приготовлении нашего блюда. Также нарезаем средним куском. Для дальнейшего приготовления нам потребуется репчатый лук, нарезанный полукольцами. Ну что, теперь нам надо обжарить это все дело. Да что там говорить, любой охотник, не колеблясь, согласится с тем, что вкус дикого мяса никогда не сравнится с вкусом купленного в магазине.
Следующим этапом мы добавляем наш нарезанный репчатый лук. Доведем до вкуса наше блюдо. Посолим, поперчим. Ну а к этому блюду очень даже хорошо идет чеснок. К тому же, это богатый источник фитонцидов. От всех болезней, как говорится. Так, посыпаем чесноком наше блюдо. Нарежем зелень. Я думаю, чем-нибудь оформим помидорчик дольками помидора. Ну, посмотрите, как аппетитно это выглядит. Хочется бросить все дела и прямо сейчас отправиться на охоту, вновь пережить все охотничьи приключения и получить вот такую награду в кругу коллег по увлечению. В заключение хочется пожелать вам, дорогие коллеги, обязательно посетить эти замечательные и богатые дичью места. Ведение охотничьего хозяйства и организация охот здесь на очень высоком уровне. А все благодаря грамотным действиям администрации и правильной работе охотоведов и егерей. Давайте пожелаем им успехов в их нелегком труде. Ведь мы, охотники и рыболовы, прежде всего в этом кровно заинтересованы. Давайте вместе еще раз переживем самые памятные мгновения нашей белгородской экспедиции. Ну а нашей съемочной группе пора собираться в дорогу. Куда занесет нас охотничья судьба? Посмотрим.